О, посевы взошли. Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть на карте Deerlands. Прохождение хижина в лесу. Смотри. Сорга. Значит, все посевы взошли. А, начало мая. Так, у меня тут корм закончился. Нужно подбросить. Так, моносмесь. Так, у этих есть, у этих соломы мало. Значит, в правый нужно, вон туда. Да, вон тут тоже поля зеленые стоят. Тоже сорга. Так, а чё я бежал-то? Мне же... Я мог там проехать. Да, корма нет. Здоровье в ноль упало. Давай подбросим им. Так, а что по соломе здесь? Солома, кстати, тут есть. Надо будет туда подкинуть соломы. Давай сейчас солому привезем в другой коровник. И на обратном пути я заеду к перекупщику животных. Надо купить, наверное, пшеницу куплю для уток и кур. Так, солома. Солома у меня вообще есть. Солома есть. Ну давай. Сколько здесь ее? Здесь практически нету, а здесь покажет, ну-ка вот. Десятка. Так, мне вот в этот, да? Да я им все и сыпану, наверное. Кстати, тут молока 37 тысяч литров. В принципе, можно вывозить. Вот тут телята гуляют. Поехали, сейчас заеду туда все-таки. К перекупщику животных. Да, в миллиметре прошло. Да, здесь тоже все поля взошли. Так, а у меня же там... Ну ладно, я сегодня там поеду, посмотрим те поля. Там, где у меня свекла. Да, или что я там, картошку, свеклу, что-то такое. Сажал. Надо будет посмотреть. Здесь сорга. Большое поле сорга. Кстати, вот это, как она, теплица, ну, там, где вот растения я выращиваю, в прошлой серии продавал. Там какие-то проблемы с этим производством. Не знаю, с чем это связано. Так, пшеницу. Давай пшеницу куплю.
на 9000. Так вот, там, короче, на этом производстве только одно растение сейчас можно выращивать. Два все время отключаются. Возможно, какой-то мод ломает эту систему. Конфликт какой-то, может быть, модов, непонятно. Я уже как-то, кстати, его менял. Это производство, оно полностью отключалось. Я его... ну, удалял и заново ставил, и снова такая проблема. Но если так и дальше будет, то, возможно, придется убрать это производство. Там, где вот я растения выращиваю. Так, давай в большие курятники сразу вот эти утятники добавлю. Так, сейчас здесь у меня как дела? Ну, здесь есть, и тут есть, а вот здесь уже, ну, да, закончилось. По 10 тысяч им сыпану. Все это с лихвой потом окупается, конечно же. Хорош. Опять вылезли через сетку. Стоит, смотрит. А что, там даже осталось? Серьезно? Блин, ни туда, ни сюда получается. Как бы. Ладно, давай тогда этим сыпану. Остатки высыплю. Так, ну и мне нужно, в принципе, еще этим закинуть корма. В свинарники большие. И не только. Тоже закончился у них корм. Такое утро. Раздача идет. Так, это не то. Тут должен быть, я где-то привозил. Да. Пускай пока сыпет. Я посмотрю, сколько здесь них. Вот здесь немножко есть, надо сыпать. Здесь тоже надо сыпать. Во все три. Но я вот сейчас как раз вот этот КамАЗ разделю. Все съели. Блин, не вовремя. Почти проехал триггер. Так. До 13 где-то сыплю. Хорош. Кстати, надо свиней вести на бойню. Там уже Василий всех разделал. Так, что здесь?
Здесь корм есть. Возможно, здесь где-то тоже закончился. Нет, тут есть. Тоже есть. Вода есть. Тоже есть. Но получается только в больших загонах. Да, здесь нормально. Здесь их мало. Их тут надолго им хватает. А вот в больших их там по 130 штук, по 140, по 150. Все съели. Так, все-таки давай я молоко отвезу на производство шоколада и масла, и сыра. Кстати, а что у меня здесь по молоку? Тут 28. Ладно, здесь оставлю, потом будет полный, я его на продажу свезу. А вот с этого я заберу тут больше всего, отвезу на производство. Так, заправляемся. Что у меня здесь по урожайности? Давай посмотрим. 72%. Ну, здесь тоже на 50% только удобрено. Ладно, сейчас поедем как раз мимо магазина. Надо будет посмотреть. Так, да, чуть-чуть, буквально 3000 не хватило до полного. Так, ну и вот здесь надо посмотреть, как у нас тут, да, смотри. Свекла тоже 50% удобрена. Но свекла пойдет на производство сахара потом. Сейчас я тростник туда покупаю, но потом будет свекла туда идти. Вообще вон поле пустое. Ничем не засеял хозяин. Видать, дал отдохнуть. Блин, а у меня тут КамАЗ стоит.
Так, разгружаемся. Так, но здесь еще мало пока. Еще не накопилось. Здесь я все... А, погоди-ка, этот что? Шоколад. Давай-ка, знаешь что? Пока складирование поставлю. Потому что, ну, шоколад дольше всего сейчас будет там производиться. Пока там накопится это все дело. Так, поехали. Взял два КАМАЗика тентованных. Ну, один у меня был, второй я из лесовоза переделал. Поехали. Сахаром надо загрузиться, там сахара столько накопилось. Сейчас здесь проедем. Тут тоже древесины столько навалено, надо вывозить. Но пока времени нету. Так, открыть борт, о, отлично. Ты пока покури вот здесь на площадочке. Сейчас быстренько загрузим. Поехали. Thank you.
Так, тут еще остается на складе 16 поддонов. И плюс тут. Итого 23. 23 поддона еще. Поехали, продадим в ресторан. Две машины сахара. Полицейского бы не задеть. Так, уехал чуть-чуть в отрыв. Так, открываем, чтобы проконтролировать процесс этот весь. Так, 18, и вот это еще. Ну, короче говоря, на 19 тысяч. Так, а я тут развернусь? Не. Ладно, в объезд. Можно будет. Ну да, почти на 19 тысяч. Так, не то. Все отлично. Перегоню эти КАМАЗы на бойню. Вон, видишь, тут растения вообще не растут. Отключился, блин. Проехал немного. А, застрял, так и знал. Так и знал. Водила врезался и смотался. Выбежал из кабины. Видите, вон производство вот это, где растения растут, да, все, оно, видите, там нет ничего. Ничего не растет. Отключилось полностью. Тут мяса много, полный тут, и еще плюс отдельно на складе есть. Что в следующей серии надо будет загрузиться. Ничего не растет. Вот показываю. Одно из растений, вот оно как бы включено, оно на складе сейчас есть, но хотя здесь никак не отображается. А вот это включить, и оно сразу выключается, видите, да? То есть оно появляется вот так вот.
Но оно не работает. Процессы никакие не идут. Нет места, пишет, это баг. Это у меня также было с производством это. С мясом было. Такая же фигня. Так, а если этот выключить, а потом включить? А, он, горшки появляются. Так он вообще без горшков. Понятно. Так, ну что, ребят, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.